Сегодня утром наши подразделения нанесли по противнику сокрушительные удары. По опорным пунктам, глубоко эшелонированным позициям противника, автомобильной технике и живой силе. В результате этих ударов противник понес тяжелые потери. Просто враг, как всегда, скрывает свои потери. Наверное, в ближайшие часы дадут информацию об этом. К сожалению, азербайджанская армия также понесла потери. Четверо наших военнослужащих стали шахидами. Есть раненые. Раненым оказывается необходимая помощь.